Всем хай, меня зовут Кай, и это вторая часть выживания в зомби-апокалипсисе. Первая часть находится в плейлисте по ссылке в описании, но теперь мы начинаем. Я прождал целую ночь, и ничего такого не происходило. Вот сейчас и утро, но зомби все равно есть. Итак, в палатке сидеть бесполезно, поэтому надо выходить наружу. Здравствуйте, мистер зомби. Кожа, которая придает зомби. Это что-то новенькое. Какие-то не слишком быстро. Если они не нанесли урон, то это будет очень круто, потому что винтов мне нету. Хочу выковать немного камня, чтобы можно было делать столбы. Мы здесь были, мы вернулись обратно. Нашлись. Какая-то повозка. Интересно, что там. Ух, еще одна платка. Острота опять. Обалдеть. Какой мод устал. Ребята, уже темнеет. Надо валить домой. Thank you.
Так, кажется, мы пришли куда-то не туда. Что это за звук? Ну, я же не спятил, вы тоже это слышали? Тут никого нет. Походу мне придется ночевать в этой пещере. Ну что ж, ладно, буду дожидаться утра. Если что-то произойдет, то обязательно включусь.